сейчас мы будем делать лед, как его делают в барах, только еще круче. Для этого нам понадобится молоток. Естественно, нам понадобится сам лед. Его-то сделать очень просто. Нам понадобится обычная отфильтрованная вода и, естественно, ночная ваза. Где ж мы еще морозить-то будем? 5 часов в холодильнике, и вот он готов. А что же дальше? Ах да, самое главное, не забудьте посмотреть на часы. Должно быть минимум 3 часа ночи, чтобы все соседи в доме уже спали. Сейчас переверну камеру, чтобы вам было удобнее смотреть. Да, здесь немножко грязно, но ничего страшного. Ребенок, ты же хочешь в компьютер поиграть, поэтому завтра с удовольствием вымоет всю посуду. Та-дам! Смочили лед, смотрите, что получилось. А лед-то грязный, да? Но нам нужно его, во-первых, достать. Мы смочили, чтобы его проще было достать. Оп! Та-дам! Вот он и готов. Смотрите, лед получился вот такой. Здесь снег. Почему? Потому что здесь воздух скопился, который не ушел сквозь лед. А вот здесь часть льда-то у нас хорошая. И теперь самое главное. Молоток. Ах да, нам же нужны пакеты. Пакеты. 2 пакета, одного мало, потому что лед разлетится нахер по всей кухне. Зачем нам нужны пакеты, чтобы засунуть туда лед? Ну не тут-то было, лед-то не хочет туда залезать. Что же делать? Запихаем его, как сможем. Вот так вот. Завязываем пакет. Чуть-чуть вот так вот прижимаем его. Воздух лишний нам на самом деле нахер не нужен, потому что он разлетится. Берем молоток. Надеюсь, камера не попадет. И начинаем херачить. Помните, да? Про 3 часа ночи. Я думаю, зашутил. Лед не бьется. Это очень хреново. Почему? Потому что я не делал надрезы. Но это не страшно. Он разбился. Чтобы было не так громко, можете воспользоваться вот таким лайфхаком. Бить на руках. Уебете по пальцам, я не виноват. Ну, естественно, как же без льда по всей кухне растянуть. Итак, первая часть готова, смотрите, вот такой кусочек. Полоскаем водой. Идеально, ровный, чистый лед. Закидываем в бокал. Красота. Выключить видео, потому что приходили соседи с милицией. Знаете, что я сказал? Что я не шумел. Вот так вот пришел к ним и сказал. А это не я. Короче, вот он лед. По всей кухне нафиг разлетелся. Высыпаем сюда и убираем опять его в холодильник. И достаем его, когда он вам нужен.